Всем утюг, с вами Глюк. Да. Мы сегодня будем вести стрим вместе с Дудом, и нас сейчас смотрит куча подписчиков, и будем смотреть мод. Новый мод на маленькие машинки. Там будет вид сверху, Вася, и мы будем ездить и мочить друг друга. Ну, так, по идее, задумано. А я пока гордый конь, и у меня волосы на груди выстрижены в форме лифчика. Боже. Я не нашел более упоротой прически себе на грудь, чем это. Она идеальна. Бухой енот. Ко мне в друзья попросился бухой енот. Ёпта. Нормально? Обычное дело в GTA-шке. Идёшь, тут хоп, бухой енот встретился тебе по дороге. Нормально. С дороги. Так, подожди, а тут что, серия заездов, что ли, получается? Да. Эй! Эй! От жопы. Что, какого все гонщики взорвали? Так ты тоже взорвался, ты себя не видел, что ли, как ты полетел? I believe I can fly. Вот. Нет. С дороги! Ничего, уйди с дороги! Нет. Полицейский разворот! Да, блин, ты все равно впереди, вот жопа. Все. Вот и молодец! А, блин. Что там сделать надо, чтобы... Нет. Твою мать! Ты что, улетел? Это прям, знаешь, была такая игрушка на Сеге, микромашины. Не знаю, сейчас молодое поколение зацепило эти моменты или нет, но... Игрушка была классная и хитовая в свое время, твою мать! И выглядела она примерно так же. Да, там было совсем 2D, а здесь все-таки 3D, как ни крути. Ну, блин, ну я не могу догнать. Только не обижайся, пожалуйста. Обижусь. И при случае нагажу в тапки. Так что не приходи ко мне в гости с тапками. Приходи босой. Ну хорошо. Ты что творишь? Глюк первый, глюк номер один. Глюк твой, господин. Так, слушай, ну и чё вот... А, во. Правой кнопкой можно стрелять. Хи-хи-хи-хи. Будем знать. Я подобрал бонус. Ну такая отличная. Я этого и хотел. Нет, нет, нет. Молодец, вырвался вперед. Ой, блин, когда у Глюка был пулемет. Да я... Это как? Я даже бомбы твоей не видел. В смысле? У тебя из жопы ракет, что ли, стрельнула? Ты назад стреляешь? Да, ракеты назад можно стрелять. Меня развернуло. Так тебе и надо. Глюк, тормози. Нет. Нет. Я тебе печеньку дам. Нет. Мне не нужны печенька. Мне нужно 100 разных напитков, чтобы сделать. Блин, вот это у меня брови. Я сделал пластическую операцию, короче, в GTA-хе себе. И теперь у меня рожа такая, короче, вообще... Убийственная просто. Ты увидишь мою рожу, ты просто офигеешь. Нет. Зараза! Глюк, победум. Вот зрители сидят и смотрят, думают, это так легко. Нифига подобного. Ну, не знаю, у меня норм. Мне достаточно легко это дается. Особенно проигрывать легко дается. Это вообще проще простого. В этом я мастер, может не сомневаться. Ну, блин, я хотел бомбу взять, а мне оставили сраный старый пулемет. Вы посмотрите, что творится-то? Вот так вот провалю. Отстрелялся от тебя. Ой, что-то рвануло. Это я. Это ты рванул. Нет. Один. Нет! Нет, я не хочу! Я в стенку врезался в невидимую, чё за? Победа! Поздравляйте мне, я чемпион. Первый раз играю в этот режим и первый раз выиграл. Я просто... Я всех люблю.
А еще я очень сексуально верчу задой. Задницей. Вот. Вот этот вот. Вот это что за тачка бабская такая-то? Че? Слышите? Дали мне, блин. Я буду вести себя теперь как блондинка, я не умею парковаться. Сейчас как запаркую вас всех тут. Убийственными маневрами, твою мать! Ну вот че вот это вот такое, а? Ну все, я перевернулся. Как можно было в двухмерной гонке перевернуться, а? Ну можно ж было. Я рванул. Так, все, никого не пихаю, идите вы нафиг, а? Пихуны! Отстаньте, харе пихаться! И меня первый раз пихнули. Это был не я. Ничего не знаю. Да правда не я, я розовый. Я гламурный. Да ёптить! Чё за... Твою мать-то, ну, блин! Дайте мне нитро! Нитро дайте мне! Обижусь на весь мир, уйду в монастырь. Женский. Да. А я вперед уехал. А ты какой вообще? Оранжевый или зеленый или какой? Фиолетовый. Ха, так тебе все фиолетово. Я всех в воздухе перегнал. Да как вообще? Тихо. Да что такое-то, попасть-то по тебе не могу, ну. Я слышу, что ракеты летят. Думаю, ладно, право поверну чуть-чуть. Да жопа, а. Нашел где затормозить. И-ха! Еще один улетел. Не пущу, не пущу. Я буду первым, наверное. Нет, наверное. Если повезет. Как тяжело управлять-то в таком положении, а? Нет! Чё за... Слышь, чё? Чё за растык вообще мне дали? Я не понял. Не знаю. Скоро... А, всё исчезло, нет. Вот и проваливай, вот и оставайся там, а я поехал. Рандон-дон, ёпта! Это машина-трамплин, я понял. Да. Если чё, я тебе как от трамплиню, тебе мало не покажется. Я вижу, что... Та-та-та-та! Блин! Нет, 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 нет! Как ты вырвался? Фига себе, тачка у тебя разбитая нахрен. Это моддинг такой. Да, юнит. Моя дизайнерская работа. Вот твоя дизайнерская работа. Я самый первый, я самый крутой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, блин, бомбу не взял, вот балбес я. Вот и рванул. И еще один рванул. Блин, опять я не то взял! Зачем мне ракета, если я первый? Чё? Ой, все, я даже не врезался никуда, смотрю, у меня тачка целая вообще просто. Гламурненькая. Гламурный, там сердитый чел гламурный сидит. У меня, мой взгляд вообще под эту тачку никак не подходит. Он просто готов разорвать всех. Просто одной своей монобровью. Етийская сила, а? Етижи, пассатижи! А, ты долгие развороты, долгие развороты. Нет! Я зеленым долбанулся там, блин. Вместе мы с ним рванули. Давай, сделай его! Сделай его! Я попытаюсь. Можно стабилизировать тачку в полете при таком угле обзора. Это что-то. Да, уголь обзора — это самое главное в нашей жизни. Соблюдайте... Чё я вообще в море улетел куда-то? Молодец, ты получил очко! О, боже. Можешь повесить его себе на шею. Только не показывай это никому, хорошо? Да блин, что ж такое-то, блин? Ну вот, я теперь не получу очко. Блин. Вот дуд. Эй, только я переключился на дуд, и он тут же взорвался.
Странно. Очень. Совпадение? Не думаю. Я вот думаю. Так, идите в баню, пихуны, я не буду с вами пихаться. Я никого не пихаю, только если один на один остаюсь. Вот и отлично. Оранжевый, пока. Да уйдите! Уйдите нафиг! Чё творите? Нет, я не хочу умирать! Нет, нет! Мы все рванули, блин, он вперед укатил, пока вы тут аварию сделали. Факин джи. Всего одно, да что с вами не так-то, ёптить! Простите. Догоните. Это меня только что сорвал мой самолет на стриме. Не помню такого, не было такого. Да ёпта! Нечестно. Нехорошо так глюка обижать. Зеленый получил очко. Молодец. Умничка. Все, он выиграл? А, нет. А сколько? До скольки? А, до 5 играем. Ё-моё. И я самый последний из вас. Вы серьезно? Так, все, глюк. Глюк собрался. Глюк собрался. Идите в баню, я не буду тут разворачиваться сейчас тут с вами. Сейчас я в воздушную эту попаду. Воздушный поток. Вот, идите нафиг, да вы охренели что ли, блин! Да ну нет, ну нет, ну да ёпта, блин! Оранжевый победитель. Я в воздухе рванул. Эй, как чё я такой медленный? О, поехали, 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 да! Да, красава! Да, блин! В водичку упал я! Нечестно. Ну, отлично, блин! Ну вот, пожалуй, и вся обнова-то. Собственно, прикольненький режимчик, мне понравился. А ты что скажешь? Ну такое. Мне лично не по душе такие гонки, если честно. Ну, наверное. Развлекаться с друзьями можно. Наверное, в каскадерских гонках все-таки больше драйва, а так как-то, ну, немножко, да, наверное, скорее скучненько, чем весело. Да. Ну, вот и все, друзья. Большое спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, подпишитесь на канал и поставьте лайк. А еще позовите друзей. Че бы им тоже не посмотреть на все это. Вот. А с вами был Глюк Утюг и Дуд Бурдюк. Всем пока. Всем пока. Леди Драконья.